Мама дорогая, да разве ж это маки? Это ж самые настоящие розы. Маки они такие, не такие. Вот это вот красота. Ой. Пусть люди любуются. Ты что, разве можно такую красоту не показывать? Вообще. Доброе утро. Лучок клюют. Видите как? Пойду посмотрю, как черешня завязалась в этом году. Прямо видно. Прошлые годы по одной, по две было ягодки, а в этом году побольше. На всех деревьях именно, на всех есть черешня. Будет урожай. Если град не побьет, ничего не случится. Даже желтая завязалась. Видите? Вот сколько завязано. Не зря она цвела так красиво. Сейчас посмотрю эту грушу, которая больная. Есть на ней что-нибудь или нет, или все-таки ее придется убирать. Ну, одна-две грушки вот завязались. И вон там наверху я вижу. Вон, видите? Груши, значит, и эту грушу мы попробуем. Это дюшес, вроде бы так сказала хозяюшка. О, на соседей тоже много черешни. Вы видите, здесь пусто. Здесь, помните, две лычи-то цвели. Я говорила, желтая, красная. Соседи их вырубили. Ну, ничего. Лыча нам не очень нужна. У нас есть сливы свои. И, ну, и здесь, опять же, солнце будет для этого угла побольше. Много черешни. Если она вся вызреет, вот будет урожай какой. Компотиков наделаем и наморозим. Нынче даже вот это яблоня завязала. Яблочки. Будут, значит, здесь яблоки тоже. Мы здесь еще не ели, на этом дереве не было. После обрезки оно первый год не дает урожай. А на второй год уже дала. А на этом дереве мы яблоки собирали в прошлом году. Тоже завязались. Видите, сколько. Абрикоса не будет. Абрикос побил дождь. Это наша грушка, которая получила немножко ремешка. Грушки завязываются. Дай бог, чтобы они вызрели. Такие интересные красные, ну, бордовые. Много грушек бордовые. Так, что у нас с нектарином? Есть хоть немножко. Нет, цвел-то красиво. А нектаринки? Нектаринки, вы где? Ага, маленькие есть, вот они. Несколько штучек, но есть. Так что и здесь мы попробуем что-нибудь. Вот тоже нектаринки. Будет. Я его обрызгала, он тоже курчавостью заболел. Но эта груша всегда плодоносит. На ней всегда есть груша. 2 года живем, 2 года груши есть. Прекрасные, сочные груши. Сколько? Я откуда знаю? Сколько всего хватит? Не, ну, оно же не поднимется, столько тяжело будет. Мимо валится. Давай. Сейчас поставим. Ведром, если что, доносишь. Так тяжело будет. Слишком. Вот так, все, пусть так стоит. Сейчас я возьму мастерок свой. Так, раствор готов. Столик принесла.
Сейчас буду замазывать вот это вот верхушки. И вот эту всю пену надо позамазать, потому что курицы все выклевывают напрочь. Одна курица сдохла от пены уже. Там где-то нашла пену и наелась. В итоге пришли, а утром она лежит. Ох, будем чикатурить. Так, начало есть. Замазала верхушку здесь. Раствора ушла целая ванночка сюда. Вам, наверное, темно, не видно. Но здесь такие рытвины были. Там еще надо кирпич заложить. Там все замазать. Первый слой, и то 2 замеса уже ушло. И хватит кричать. Видите, в каких условиях приходится работать. Один раз сделать, а потом
Уже только белить останется. Так не пойми, что здесь. Поставила вас на насест, так что вас некуда пристраивать здесь, на чем уж. Поставила на том и смотрите.
друзья. Мы сделали новый насест им. Ой, не насест, а новые гнезда из того курятника. В том-то хороший, маленький. А в этом был такой поломанный, весь страшный. Тут из остатков ламината собрали наверху. А внутри со всяких досочек. Я все это обработала, чтобы не было там никаких животных. И сейчас я буду это все белить звездкой. Вот у меня и здесь тут такая густенькая, в принципе. Сейчас я ей прям каждым этом побелю. Я ее процедила хорошенечко. И хочу прям вот так вот все-все-все обработать. Чтобы там никакие жучки-паучки не заводились. Взяла большую кисть. Ей быстрее гораздо, чем той маленькой. Вот эта вот маховка, она хорошо. Покрасить все. Штукатурила я стены. И останется мне их побелить, когда они высохнут. Сейчас я вам покажу, что я там наделала. Штукатурила стены. Маломальски убрала здесь мусор. Так, стол надо вынести. Вот видите, как все. Дыр нету никаких. Я так, где под кисть, где под терку, всяко разное, потому что очень кривые стены. Самое главное, здесь нету теперь щелей в стенах. Вот. Подсохнет, сейчас погода хорошая, все это высохнет. И я побелю все звездкой. Сделали новый, как называется-то, где яйца несут. Ну, в общем, гнезда новые сделали. Я их побелила звездкой тоже, чтобы клопы не заводились. Здесь тоже, видите, все замазала. Дверь пока не будем надевать, сейчас лето, потому что жара. Как только закончу эту комнату, я перейду сюда штукатурить. Вот верха здесь надо. И курочек сюда закроем, чтобы они не мешались. Сейчас пока они здесь. И мне надо будет побелить звездкой здесь вот. В этом курятнике. Здесь же тоже когда-то было белено. Видите, какая высота была курятника. Сейчас на два блока выше стало. Вот, хорошо стало. Здесь тоже все побелю. Здесь-то нормальные гнезда. Они, им нравится здесь нестись. А в те гнезда они вообще не ходят. Видите? Здесь тоже их. Ну, они были когда-то белены. Я их побелю. Мы тоже сейчас такие же маленькие сделали гнезда. Здесь вот только дыры замажу. Штукатурить я здесь не буду. Вот. Там штукатурили, потому что там и клопы были, и все на свете. А здесь нету. Я проверяла. Здесь, видать, это звездки, поэтому нету здесь ничего. Просто обработку сделаем и замажу дыры кое-какие большие. И все. Здесь на этом им хорошо сидит. Я смотрю, они так привыкли. Прямо им ловконько. Запрыгивает и садятся. Надо эту курочку тоже сходить, проверить, что там крысы ушли, не ушли. Это, может, живут там у нее. Сейчас зайдем, посмотрим. Да, курочка? Да не бойся, не бойся, моя маленькая, не бойся. Не бойся. У нее даже, смотрите, шейка обросла впереди. Ой, да не бойся, я хочу посмотреть, просто здесь крысы. Они вот здесь вот сидели,
Змеюки эти. Я туда, наверное, накидала отраву, и они, видать, ушли. Нету их теперь. А курочка здесь сидит в этом. Здесь тоже наведем порядок, только не сейчас. Вначале надо с теми закончить. Да, зернышки-то сожрали крысы. И, видать, ушли. Я много сюда кидала отравы крысиной. Кепка нашлась у папина. И ищет кепку свою. Как работал, бросил ее. Видать, она улетела. Крысы тут ее гулеванили. Крысы ушли. Дальше, видать, пошли. Курочки, у вас все хорошо? Кто тут? Кто боится моих ног? Скажет, как ваш ремонт надоел. Ну, все уже, практически все, самое главное, крышу сделали. А то было и там мокро, и здесь мокро, везде было. А здесь уже постепенно наведем порядок. Так, побелила я этот новый. Гнезда новые побелила. Беленькие стали, обработала их все. Дихлофосом на всякий случай, вдруг что-нибудь где-нибудь. Высохнет все, просохнет. И туда поставим, когда там стены покрасим. Ножки побелил, все везде. Побелил со всех сторон. Там верха тоже. Вот такой получился у них. Новые гнезда. Не, давай я вот так чик-чик. Чик-чик будем крылышки, чик-чик. Чтобы не улетали. Там вообще тесно, не урони градусник. Они здоровые, мы их потом вообще не поймаем. Да, я думала, ты сюда их будешь выносить. Хвостиком, я сказала. Вот и все. Одно крылышко. Да, одно крылышко и хвостик. Подстригаем индюкам одно крылышко и хвостик. Потому что они высоко летают уже. Ну, не кричи, не кричи, не кричи. Стрижка только всего лишь для красоты. Видишь как? Стрижка только началась. Стрижка только начата. Ничего вам не больно, зато летать не будете. Ой, шустряки, ой, шустряки. Главное, не накаки на меня. Зато хвостик будет чистый, ровный. Смотри, какой. Да, маленький вот этот. Тише, 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 тише. Кого ты там? Тише, тише. Твои крылышки никуда не пострадают. Вот и все. Как им хорошо-то стало. Слушай, вообще, а то они лежа кушали. А мы не догадались прямо, вот так им сделать. Кушайте, кушайте. Ой, как хорошо. Подняли им кормушечку на высоту. А то они выросли. Сделали стрижку, хвостики обрезали. Одно крылышко обрезали. А то взлетает прямо так высоко. Видите? Вот так дружно кушают прямо. Все на правое крыло теперь обрезанные. Вот там ему вкуснее, смотри, да нет, чтобы здесь кушать. Он ведь туда лезет. Проголодались. Это вечерняя уже кормежка, хотя я им целый день корм ставлю. Но когда свежие насыпишь, они как-то кушают лучше, чем старые. Водички свежие налили. Сейчас еще соломки на ночь кину. Нам мальчиков мало досталось. Или один, или два всего мальчика. Остальные девочки. Наелись, довольны. Соломки им кинула на ночь. Все, спать. Ноги такие у них большие. Вообще. Сильные. Что ты землю-то ешь?
Ну ладно, спокойной ночи, все. Все вам сделали, накормили, напоили, подстилку сделали, спите. И стрижку вам сделали.